Всем привет! It's Mila from Hacky Russian, and today I want to share with you some of the most hilarious and shocking Russian TV shows from the 90s. The 90s was a hard time for Russian people, but it was also a wild time for Russian television. There were a lot of TV shows created at that time that we cannot imagine nowadays. In this video, I will speak in Russian, but you will be able to read subtitles in both languages, Russian and English. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, первая программа – это «Куклы». Это сатирическая программа на острые темы политики в России. Эта программа выходила в эфир с 1994 по 2002 год. Героями этой программы были куклы, прототипами которых являлись известные политические деятели России в то время. Давайте посмотрим отрывок из этой программы, и вы поймете, почему она прекратила свое существование. Ой, господи, ну почему у меня демократа до мозга костей конец родилось именно это? Ну, если вы не узнали, то ребенок – это Владимир Путин, еще до того, как он стал президентом, а его родитель, его отец – это Борис Ельцин, первый президент России после распада СССР. Да-да, первенцы ваши были посимпатичнее. Ну, они же мне все разонравились. Вот я и родил этого. Сердцу не прикажешь. А ты кто? Если честно, то фея. Очень добрая. Ладно же. Ну, эта фея – это Борис Березовский, известный олигарх в то время, который продвигал Путина на пост президента, потому что у него были свои интересы. Но что-то пошло не так. Если вам интересно, можете почитать в интернете. В этой программе показывали реальные события, которые происходили в России в такой вот комической форме. Например, Бориса Ельцина реально практически заставили покинуть свой пост. Ну, я переутомился. Ладно, ухожу на заслуженный отдых. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Бедный, он работал свыше сил. Мочить в сортире! Ой, разговаривает. В сортире мочить всех, всех мочить в сортире! Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Ну-ну, не всех. Лежи спокойно, малыш. Сейчас мы будем делать из тебя человека. На, поешь. Только не с руками. Какой активный малыш, надо же. Несмотря на то, что это очень депрессивная программа, она в то же время очень смешная, потому что показывает реалии жизни в то время. Вы можете найти некоторые выпуски этой программы на YouTube. К сожалению, эту программу закрыли в 2002 году. Затем были попытки создать ее копию, но без кукол, а просто с графикой. И вот в этой программе, которую назвали «Мульт личности»,
высмеивали всех, кого угодно, кроме одного человека. Вы понимаете, о ком я говорю. Вы можете найти выпуски этой программы на Ютубе, но, честно говоря, это просто полный трэш, полный кринж, как сейчас говорит молодежь. Например, вы можете увидеть королеву Елизавету в стиле русской бабушки. Так зачем мы принцевели, не пойми, на ком женили, брать в невесты Миддлтон, это ж просто моветон! А как насчет экс-президента США Барака Обамы, который танцует и поет с Хиллари Клинтон на русском шоу «Голос»? Обама стайл! Лучше бы я этого не видела и не слышала. Я нашла только одно видео, где они изобразили Владимира Путина. И там он поет очень позитивные частушки. Стало лучше жить в России, где мы вдруг не появись, всюду хлеб по 7 копеек. И дороги зашибись. Оп-оп-оп. Вторая программа была создана в конце 90-х, поэтому она просуществовала совсем недолго и была закрыта в 2003 году. Она называлась «Тушите свет». И, как и предыдущая программа, была для взрослых. В ней обсуждались различные политические и бытовые проблемы. Ведущими этой программы были свинья Хрюн и заяц Степан. И если вы слышали про детскую программу «Спокойной ночи, малыши», то там эти герои были еще в детстве, то есть детьми. А вот в этой программе «Тушите свет» они повзрослели и стали совершенно другими. Давайте посмотрим отрывок из этой программы. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире снова информационно-успокоительная программа «Тушите свет», а успокоимся мы на тему... Кстати, на какую тему мы сегодня успокоимся? В этот праздничный день, в этот день рождения Александра Михайловича Татарского... Здравствуйте, Сурик! Я хочу поговорить о человеке, который придумал Микки Мауса, Дональда, Белоснежку и семь гномов... Степка, ебет тебя бодливая корова! А стой что? Ты, ей-богу! Задрот этот двузубый, ну! На самом деле, я эту программу, в принципе, до этого не смотрела никогда, и сейчас я просто в шоке сама от того, как много они здесь матерятся. Даже в современных программах, в которых, в принципе, очень много мата, и его, оказывается, в принципе, не так-то и много по сравнению вот с этой программой. Поэтому, ну, если вам интересно, вы можете, конечно, посмотреть, но я не уверена, что вы все поймете. На самом деле у них были выпуски без мата, но с грубыми словами. Как же без них? Ничего, да? Ну. Здравствуйте! На инсинуации не реагируя, сразу перехожу к первоапрельскому хит-параду политического юмора. На третьем месте шутка имени Чубайса привести в порядок российское ЖКХ за 500 миллионов баксов. Шутка заключается именно в порядке в коммунальном хозяйстве. Ой, что касается полмиллиарда зелени, тут все вполне серьезно. Следующая сатирическая программа «Обана» была создана в начале 90-х и была, наверное, одной из самых смелых программ для того времени.
ведущие этой программы открыто высмеивали известных политических деятелей того времени и рассказывали о различных проблемах общества. Вот, например, один из самых известных выпусков этой программы. Он назывался «Похороны еды». Сюжет «Похороны еды» был снят в разгар дефицита и карточной системы, когда практически на все продовольственные товары в СССР были введены талоны. На самом деле странно, как вообще разрешили снимать это видео. Давайте посмотрим. Улица Тверская, бывшая улица Горького, в траурном убранстве. Москва провожает в последний путь еду. Как говорится, и смешно, и грустно. Оставлю все ссылки в описании, если вам интересно посмотреть полные версии этих видео. Эта программа транслировалась в начале 90-х, и ее принцип был достаточно прост. В разных городах России устанавливали будку с телекамерой, и каждый человек, каждый желающий мог в нее зайти и высказать свое мнение или, может быть, рассказать о своей жизни, пожелать людям чего-то хорошего и так далее. Давайте посмотрим несколько отрывков из этой программы. Гласности, к сожалению, буду проводить я один. Мой партнер Алексей Гиганов слегка заболел. В этот день победы мы установили будку гласности возле сквера Большого театра, где по традиции собираются ветераны войны. Мы хотели в телевидении передать всем с праздником победы, конечно. Мы в такой жизни недовольны очень. Все дорого, жить невозможно. Даже колбаса купить, это у нас денег не хватает, да? Не хватает, конечно. Еще что передать в телевидении? Передайте, Захар. Ну что, просто я недоволен своей жизнью. 2 года в армии служил. Никакой условий не было. Просто везде, каждый день подражать кругом. Больше я ничего не смогу сказать. Просто возможно, невозможно жить. Давайте. Я вообще гость столицы, и вот этот праздничный день хочу сказать, что у вас в столице очень грязно, как свинарники живете. И прошу в следующий раз, когда я приеду, чтобы уже все было чисто, хорошо? Всем здравствуйте. Спасибо, что эта услуга бесплатная, во-первых. Во-вторых, чтобы я своим детям чаще могла покупать мороженое, а не только в праздники. Вот. Что, Танюша, еще хочешь сказать? А так, в общем-то, все нормально. Ну, в принципе, здесь никакой сатиры совершенно нет. Здесь обычные люди рассказывают о своих проблемах. Кстати, по разным выпускам можно понять, насколько менялась ситуация в стране, потому что выпуски, например, 90-го и 91-го года отличаются от выпусков позже, да, то есть в 92-м, 93-м году.
Вот. Ну, если вам интересно это посмотреть, мне очень интересно было посмотреть, но достаточно трудно для осознания того, как действительно плохо было людям в то время. Проект, кстати, этот закрыли спустя 3 года. Империя страсти! Итак, следующая программа, которая меня просто шокировала, называется «Империя страсти». Это эротическая программа, которую показывали по телевидению. Фактически, это игра на раздевание, в которой принимали участие 2 человека – мужчина и женщина. Поставил. Молодец. Готово? Угу. Отлично. Да не волнуйся, Маш, не волнуйся. Ну нет, все будет хорошо. Я, Мария, готова раздеться до трусов. Не знаю, как вы. В этой игре было 3 тура. Задания, мягко говоря, были глупые. Перед началом каждого конкурса игроки делали ставки, и эти ставки определяли количество вещей, которые проигравший игрок должен был снять с себя. Ну и в конце один из игроков обычно оставался в нижнем белье. Ну, по мне, так полный бред. Но если вам интересно посмотреть эту программу, то практически все ее выпуски доступны на YouTube. Ну что, на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. И если это так, не забудьте лайкнуть и оставить ваш комментарий. Увидимся в следующий раз. Пока-пока!